Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписаться и поставить лайк. Фильм «Титаник» по праву считается культовым и одним из лучших в истории кинематографа. Многие до сих пор каждый год пересматривают картину Джеймса Кэмерона, восхищаются ею и пускают слезу на одних и тех же минутах. Исполнительница роли уже взрослой Роуз была выдвинута на премию «Золотой глобус» и стала единственной актрисой, способной на такое в пожилом возрасте. А вот как Глория Стюарт выглядела в молодом возрасте. Женщина играла не только в кино, но и в театре, а также на телевидении. Глория не была очень популярна, ее имя не было во всех заголовках газет, но она обладала актерским талантом, о чем никто никогда не будет спорить. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.